Токарный станок, шлифовальные диски, сварочное оборудование, электроинструменты. Это современное оборудование появилось в мастерской профессионально-технического училища благодаря партнерам из Германии и Лихтенштейна. Официальное открытие состоялось сегодня, 9 октября. Оба проекта дополнили друг друга, и на сегодняшний день имеем, что имеем. Все полностью оборудовано, и они не имеют недостатка ни в чем. Мастерские будут готовить электросварщиков, штукатуров, плотников и других специалистов. Мы вместе с профессиональной школой находимся в тесном сотрудничестве давно. Именно в этом здании вы получите профессиональную подготовку. Мы ориентируемся на категории мастеров, потому что в Германии мастера сильно поднимают экономику страны. И надеемся, что в Республике Молдова будет развит и этот сектор. Улучшенная мастерская позволит готовить специалистов высокой квалификации, и конкурентоспособность молодых кадров значительно возрастет. Министерство образования создало амбициозную реформу для того, чтобы профессиональное образование стало более привлекательным, чтобы могло создавать качественных и квалифицированных кадров. Они должны стать приоритетом экономики. От имени районного совета и профсоюза образования хочу поблагодарить всех партнеров, которые участвуют в развитии училища, и желаю удачи в дальнейшем. Практические занятия в современной мастерской начнутся с сегодняшнего дня. В реконструкцию и оснащение учебного помещения было затрачено около 1 800 000 леев.